Здравствуйте, меня зовут Ольга Разумова. Я представляю компанию «Чай Руси». Мы производим «Иван-чай». «Иван-чай» – крупный листовой, ферментированный. У нас 10 видов «Иван-чая». Это «Иван-чай» классический. Это чистый «Иван-чай» без каких-либо добавок. И затем мы к этому «Иван-чаю» добавляем различные натуральные добавки. Это лист черники, лист брусники, корень имбиря, ягоды шиповника, затем чебрец, мята, таволга, лист черной смородины и липовый цвет. Мы сейчас находимся на зеленой неделе в Берлине. Наша компания представлена на таком мероприятии впервые. Нам очень нравится. Нравится общаться с немцами, которые приходят попробовать наш иван-чай. А немцам очень нравится чай, для них это новинка, потому что здесь у них в Германии распространены черные чаи, зеленые, кофе они любят пить. Иван-чай для них это что-то новое. Мы их угощаем иван-чаем, они очень высоко его оценивают, его качество. И вкус, который больше нравится немцам, это иван-чай с шиповником, иван-чай с чабрецом очень понравился им, и иван-чай с мятой.